Привет, друзья! Сегодня на сутки я лечу на границу. До свидания, Мехико-Сити. Из СНГ, муж с женой, ждали 3,5 недели, без детей. Всем привет, это Илья. Здравствуйте, Тамара. Тамара, что хотели бы сказать о нас, о нашей компании? Мы сейчас находимся в Мексике, в жаркой Мексике. Да, мы уже в Мексике. Ну, в первую очередь я хотела бы поблагодарить, очень хотела бы поблагодарить ребят. Илью, которого вы видите, Настю из Сан-Франциско, Игоря из Москвы. Это вот ребята, которые нам очень-очень помогли. И в принципе, да, скоро нашей мечте сбыться, так вот я бы сказала. Понял. Вы здесь сколько находитесь по времени? Так, ну, 3,5 недели где-то. Да, вот. То есть уже поедем, ну, да? Да. Очередь уже подошла. Да, нам скоро уже. Пару слов о Мексике, что скажете? А, как вообще Мексика? Да. Ну, безопасность, вот многих интересует безопасность, цены, вообще общее состояние, ну, в стране. Безопасность, вопрос такой, он очень... Я не успела ничего прочувствовать про безопасность, ну, поскольку у нас все складывалось хорошо. Ничего не украли, никого не убили. Сумку держи при себе, техника безопасности. Понял. Ее просто надо использовать. А так, страна замечательная, да, люди улыбаются. Цены? Цены достаточно приемлемые. Цены приемлемые, фрукты, овощи, все это есть. Как я слышала, круглый год. Ну, в общем, да, на самом деле так и есть. Зимой арбузы. Понял. Скажите, да. Вы нас как нашли? Я знаю, что вы больше года на нашем YouTube-канале смотрели наши видео. По рекомендации. То есть я услышала, на самом деле, очень хорошие отзывы. А рекомендации – это всегда самый действенный метод. Потому что информации много, моря. Вот люди, которые прошли уже через чьи-то руки, да. И если прошли удачно, они всегда рекомендуют. Тамара, у вас же есть кто-то знакомый? То есть, которые вот уже находятся на той стороне, которые вот уже обосновались, хорошо зарабатывают. Есть. Понял? Есть, да. Понял. А что бы хотели передать напоследок тем, кто сейчас планирует, так же, как и вы, приехать сюда, подождать 3,5-4 недели и двигаться дальше в сторону своей мечты? Вот, точно в сторону своей мечты, потому что пока вы спросили, у меня именно этот ответ был. Я могу именно сказать одно. Когда есть желание, поменьше страха. Страшно жить вообще, да. В принципе. Да. Когда это уже понимаешь, то, да, дальше уже, на самом деле, страхи куда-то исчезают, потому что можно так и прожить всю жизнь и переживать, что не исполнил какую-то свою мечту, даже если она кажется несбыточной. На самом деле, ну, стоит только начать делать шаги какие-то. А дальше уже, если это не твое, оно отвалится. Если твое, ну вот, добрые люди помогут. Понял, спасибо. Если в Мексикале очередь, если в Мексикале не получится сегодня, мы садимся опять на автобус и двигаемся в сторону Аризоны. Сегодня народу не очень мало здесь.
Думаю, часа на полтора, на два, даже по списку.